предложение. Вот. Есть очень хорошая песня из кинофильма «Неподсуден», это я точно тебе говорю. Или вот опять «Там за облаками». Вот как, вам как лучше? Обои полетим, да? Не, на обои времени хватит. Ну да. Не в километрах. Не, ребят, я же говорю, это... Не в километрах, это песня, это моя, это песня, вот, которую интересно петь все вместе. Нет, ну я свои песни еще тоже буду петь, я же еще не заканчиваю. Ладно, вот люди сказали «Неподсуден», давайте «Неподсуден». Но я все-таки прошу, вы помогайте, потому что с этими, с космонавтской песней вот оттуда очень хорошо было, а здесь было какой-то вот стереоэффект не совсем получался, поэтому давайте помогайте. Вот. Даже если кто-то не знает сам куплет, то можно припев повторять. Я вас уговорил? Птицы поют в сосняке придорожном, в синее небо подолгу смотрю. Жить на земле и не петь невозможно, это я точно тебе говорю. Жить на земле и не петь невозможно, это я точно тебе говорю. Надо б, друзья, выбирать осторожно, но без остатка им сердце дарю. Жить на земле без друзей невозможно, это я точно тебе говорю. Жить на земле без друзей невозможно, это я точно тебе говорю. Сколько ночей проведешь ты тревожный, чтобы с любимою встретить зарю. Жить на земле без любви невозможно, это я точно тебе говорю. Жить на земле без любви невозможно, это я точно тебе говорю. Птицы поют в сосняке придорожном, в синее небо подолгу смотрю. Жить на земле и не петь невозможно, это я точно тебе говорю. Жить на земле и не петь невозможно, это я точно тебе говорю. Спасибо. Вот сейчас у нас получилось замечательно. Спасибо.